Это Аминхотеп IV, он сын 9-го фараона Египта 18-й династии. Его отец был популярным и эффективным фараоном, чьи дипломатические успехи привели Египет к эпохе процветания и международного влияния. Однако самого Аминхотепа не очень-то интересовали обязанности лидера. Он предпочитал посвящать свое время поклонению новому богу, которого звали Атон, и это стало большой проблемой. Большинство людей в Египте считало своим главным божеством Амона, покровителя Фив. Он считался спасителем Египта. Под его патронажем и знаменем правители Фив изгнали иноземных царей, которые веками правили Египтом, основали династию, к которой принадлежал сам Аминхотеп, и начали то, что мы теперь знаем под названием Новое Царство, эпоху, когда древнеегипетское государство было на пике своего могущества. А Атон, которого предпочитал Аминхотеп, был просто солнышком. Ему тоже поклонялись, но он и близко не пользовался тем же почтением, что и Амон. Но Аминхотеп по какой-то причине был привержен Атону больше, чем остальным. Спасибо, что поддерживаете мои ролики лайками, когда я об этом прошу, как сейчас. И не забывайте подписываться на канал и включать уведомления о новых роликах. Продолжаем. Аминхотеп вовсю показывал свою преданность этому богу. Он возводил храмы Атону, сначала в Фивах, затем в Карнаке, даже несмотря на то, что эти места раньше были посвящены Амону. Немного самонадеянно, конечно, но он же все-таки фараон. На 5-й год правления Аминхотеп сменил свое имя на Эхнатон, а через месяц объявил о намерении возвести новую столицу с названием Амарна, конечно же посвященную Атону. Город находился между Фивами, религиозным центром Египта, и Мемфисом, культурным центром. И в новом городе культурная и религиозная власть должны были объединиться. Через 4 года неистового строительства Эхнатон со своей семьей и придворными переехал во все еще недостроенный город. И у этого поступка была одна веская причина. Эхнатон сильно беспокоился из-за организации оппозиции, выступающей против его правления. Мало кто хотел поклоняться Атону, и жрецы не очень одобрительно отнеслись к возведению памятников этому богу. Эхнатон боялся этих людей, поэтому он решил взять все под свой полный контроль и построить свою атонистскую утопию с кэшбэком и всякими штуками. Ой, это уже следующий абзац. Тинькофф Банк выпустил новую коллекцию дебетовых карт Тинькофф Блэк с кэшбэком и всякими штуками. И это новая серия карт с космическим дизайном ко дню космонавтики. Тут вам и первый выход в открытый космос, и первый спутник, и даже советский луноход, тоже первый. Вы только гляньте, какая красота, а вы тоже можете быть первым во всем. Ведь Тинькофф предлагает отличные условия. Оформляйте карту до 16 апреля и получайте бесплатное обслуживание навсегда. А также до 15% кэшбэка рублями на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка рублями за покупки у партнеров. Их список постоянно обновляется. Доход до 5% годовых на остаток по карте с подпиской Тинькофф Про. Доступны бесплатные переводы даже на карты других банков через систему быстрых платежей. Наличные можно снимать также бесплатно в банкоматах. Ну а главное, это уникальная возможность получить бесплатное обслуживание навсегда, оформив такую карту прямо сейчас по ссылке в описании. Ведь предложение продлится только до 16 апреля. Получите свою космическую карту от Тинькофф. Укрепившись в своей новой столице, Эхнатон становился все более и более деспотичным. Он объявил Атона не просто верховным богом, а единственным богом. Приказал вычеркнуть все упоминания Амона и запретил поклонение ему. А те места, где было написано «боги» во множественном числе, приказал исправить на единственное число. Он стер все упоминания о своем первом имени. Он закрыл все храмы Амона, а все средства из казны направил на строительство своей новой столицы. Во время его правления солдаты патрулировали улицы, жителей заставляли убирать упоминания о других божествах со своих вещей. Эхнатон сочинил великий гимн, который позиционировал Атона единственным божеством, а Эхнатона единственным посредником, имеющим возможность говорить с богом. Вместе с религиозным угнетением появился новый причудливый стиль искусства. Традиционно фараон изображался в компактном строгом стиле, а статуи Эхнатона изображают сильно преувеличенные черты. Кроме персональных изображений были и бытовые сцены. На них изображались фараон и его семья в причудливых ситуациях, где часто демонстрировались движения и какая-то активность. Хотя в то время египетское искусство в основном демонстрировало неподвижные фигуры в строгих позах. Ну и конечно же видное место в новом стиле искусства занимал солнечный диск Атона. Причины таких радикальных художественных изменений неизвестны, однако кажется, что эти изменения произошли по приказу самого Эхнатона. Возможно, этот стиль искусства был попыткой забрать власть у жречества или попыткой представить
представить себя отличающимся от других людей. Может быть, он хотел показать, что человеческое тело не так совершенно, как красота Атона. Может быть, понятные всем изображения Эхнатона и его семьи должны были повысить общественную поддержку. Но в чем бы ни заключалась причина, все это не имело большого значения, так как одержимость Эхнатона религией ухудшила положение дел в стране. Эхнатон пренебрегал государственными делами и потерял часть территорий, а его программы строительства истощили экономику. Кто бы мог подумать, что строительство новой столицы не дешевое дело. К тому же его планы по объединению религиозной, политической и культурной власти дали плохой результат. Закрытие храмов Амону привело к потере постоянного потока доходов, который приносили эти храмы. А централизация власти к тому, что придворные Эхнатона получили обширный контроль над богатствами Египта, что привело к ранее невиданному уровню коррупции. После всего этого Эхнатон умер. Он правил всего 17 лет. Меньше половины того времени, которое правил его отец. Со смертью Эхнатона все его старания рухнули, потому что люди подчинялись его указам, по большей части из-за страха, и никто из них на самом деле не отказывался от старых богов. Вообще, Древний Египет — это цивилизация, которая характеризовалась застоем и неохотными переменами. Никто особо не стремился продолжить революцию Эхнатона. Один из его сыновей, взойдя на трон, снова обозначил верховным божеством Амона, а последний фараон династии приказал снести храмы Атону и использовать камни, из которых они были построены, в других целях. Он вернул власть Фивам и Мемфису, как это было раньше, а затем полностью вычеркнул Эхнатона и его преемников из истории, стерев их имена из официального списка правителей. Самого себя он, конечно же, не вычеркнул, но все упоминания Эхнатона были уничтожены, прям как он сам когда-то пытался убрать все упоминания старых богов, а великий город Амарна был заброшен. Справедливо можно задаться вопросом, если все упоминания об Эхнатоне были стерты, то как тогда получилось сделать про него видео? Про Эхнатона ничего не было известно практически до 20 века, но совершенно случайно одна женщина, копавшая в пустыне, нашла захоронение с 300 клинописных табличек, на которых была придворная переписка забытого правителя. И эта находка дала археологам понять значимость руин, которые на самом деле были той самой столицей Эхнатона. Был ли Эхнатон диктатором, революционером или мечтателем? Возможно, он просто был лжепророком, чья одержимость привела его к гибели и к тому, что подданные считали его тираном. Никто точно не может знать этого. Однако мы знаем, что он был одним из первых, если не самым первым фараоном, отступившим от жестких традиций Древнего Египта. За это тысячелетие спустя историк Джеймс Генри Брестед решил дать Эхнатону новый титул, который, однако, игнорирует его лидерские недостатки, но все же подходит ему как человеку, пытавшемуся привнести изменения в консервативную культуру Древнего Египта. Эхнатон – первая личность в истории. Спасибо за просмотр, за лайк, комментарий и подписку на канал. Обязательно по ссылкам в описании вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм-канал. И колокольчик еще активируйте, а то пропустите что-нибудь.